Всем привет! Сегодня готовлю вермишелевую запеканку с мясом, как в детском саду. Получается необыкновенно вкусно, со вкусом с детства. В приготовлении нет ничего сложного, ингредиенты самые обычные, но результат просто обалденный. Нежное, сытное, вкусное, очень любят дети. Для начала отварим до готовности мясо в подсоленной воде. Подойдет любое, у меня сегодня курица. Готовое мясо вынимаем и дадим ему немного остыть. Теперь нужно отварить вермишель. Наливаем в кастрюлю воды, добавляем соль. Как вода закипит, опускаем вермишель и варим до готовности. Сливаем воду, вермишель промывать не нужно. Добавляем сливочное масло 40-50 грамм. Перемешиваем. Отварное мясо отделяем от костей. Прокручиваем через мясорубку. Одну небольшую луковицу мелко порежем и порубим. На сковороду наливаем растительное масло 1-2 столовые ложки. Обжариваем лук до мягкости. Добавляем лук к мясу и перемешиваем. В миску разбиваем одно яйцо. Добавляем немного соли, черный молотый перец по желанию. Добавляем 100 мл молока или бульона. Взбиваем слегка вилкой. К вермишели добавляем мясо с луком, перемешиваем. Заливаем яйцом с бульоном и перемешиваем. Берем форму, смазываем сливочным маслом. У меня диаметр формы 26 см, фирмы Талер, с двухслойным антипригарным покрытием, удобные силиконовые ручки. Всегда с легкостью в ней все хорошо отходит от стенок. Кладем подготовленную вермишель и разравниваем. Сверху смазываем сметаной или можно смазать яйцом. Ставим запеканку в разогретую духовку и готовим при 180 градусах до румяности. У меня по времени заняло 30 минут. Дадим немного остыть, вынимаем из формы. Нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу. Хочу напомнить, что официальный интернет-магазин посуды Талер, посудаталер.ру, специально предоставляет скидку для моих подписчиков 15% по промокоду Наталья. Ссылка на магазин и все подробности в описании. Запеканка получается сытная, с нежным вкусом, такая же, как в детстве. Мне очень интересно узнать у вас, а вы помните такую запеканку из детства? Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!